Journal, Татьяна Салмановна Мактум, Сейфудинка, красотка, богиня, звезда, просто фея. 22 часа, 2 минуты, 17 июня 2020. Сейчас, Васенька, уже сварила. Уже была в магазинчике Спешанков. Купила яйца. Яйца уже сварила. Васенька уже одно съел. Ну, котенок Вася уже одно съел. Сейчас еще почищу. Еще одно яйцо. Сейчас, Васенька, подожди. Сейчас я почищу, оно уже остыло. То такое было вообще горячее, потому что Вася, он же яйца не очень не хочет. Он очень хотел вот яйца. Хотя, ну, тут у него в открытом этом доступе лежит у него это рыбалка. Рыбалка? Да, Васенька, рыбалка-то. Это сухой корм. Ну, Вася очень любит яйца. Сейчас, Васенька, почищу. Сейчас порежу, почищу. Почистила уже сейчас. Почистила. В общем, Васенька сейчас будет кушать яйца. Сейчас я вам покажу. В общем, Васенька кушает куриное яйцо. Куриное яйцо, корм у него лежит свой, корм лежит. Водичка налита, корм. Ну, Васенька так любит яйца. В общем, второе яйцо Васенька кушает. А так вот продукты. Продукты, которые я купила в магазинчике, не все, правда, там много. Сейчас в холодильнике продукты, которые купила в магазинчике Семишагов. За мои наличные деньги. Также я открыла счет в рублях, в долларах, в евро, в ВТБ. Так что вот, сейчас покажу вам документы. Покажу документы. В общем, Васенька кушает. Это цветы, которые сегодня Васенька Марьянович привез. В общем, чайничек кипит. Сейчас буду себе салат делать. Буду делать салат. Из огурцов, помидор, даже один азербайджанский я купила, помидор. В общем, салат из помидора, огурцов, в общем, со сметанкой. А, так что вот. Потом купила икру черную, красную, правда, имитированную. Сейчас буду ее с хлебом. Такая булка-хлеб такой купила. Васенька кушает, хороший мальчик. В общем, пока там, знаете, у меня такая моя такая, в общем, маска. Там, в общем, женщина, которая сидит там на ресепшене в банке ВТБ. Даже уже под конец, знаете, я там отсела на положенный на метр, или насколько на полтора, я на 2 метра отсела. Иногда мою маску такую вот эту вот, которую у меня сделана, снимала. В общем, это женщина, которая на ресепшене уже под конец дала мне их маску. Ну, и там выдают. Выдают, наверное, бесплатно. Дала мне вот маску такую медицинскую. Так что вот. В общем, Васенька кушает. Сейчас вам документы здесь покажу.
документы, которые мы оформили. Обратите внимание. О, Васенька уже наелся. Ладно, Васенька наелся, полтора яйца. Великолепно. Вот это документы. Имейте это в виду. Это вот сегодня я в офисе МТС оформила номер телефона, интернет. Так, в общем, сейчас помою помидорки, огурцы. Васенька, сюда. Ну, в общем, мой хороший мальчик, мой такой красавец. Сейчас себя там покажу крупно. Такие вот дела. Александрова Татьяна Юрьевна, мое новое имя, отчество, фамилия. Татьяна Салмановна Мактум, Сейф Фуди. Ой, смотрите, там женщина играет с другим котенком. Обратите внимание. Смотрите, женщина там с братиком с вами играет. Это, по-моему, другой котенок. Смотрите, там женщина. Женщина там вот играет с котенком или с кошечкой. Смотрите, там на территории этого спара, ну, бывшего спара. Так что вот такие вот дела. Татьяна Салмановна Мактум Сейфуддин. Это мой Life Journal. 22 часа 11 минут. 17 июня 2020. Смотрите больше 4000 видео. На каждом видео я. На моих двух каналах YouTube. Татьяна Салмановна Мактум Сейфуддин. На русском и на английском языке. Моя страница на Фейсбуке. Татьяна Л. Пишется на английском языке. Также там у меня написано мое имя, отчество и фамилия на русском. И на английском языке. Моя страница ВКонтакте. На русском языке пишется Татьяна Салмановна через дефис Мактум Сейфуддин через дефис. В общем, кальяном пахнет. Несет кальяном. Вот у них там на лоджии 93-го балкона, лоджии, все занавешено. Почему я должна нюхать? Вот проветриваю помещение, у меня все окна открыты, балконы открыты. Почему я должна нюхать какой-то кальян, которым несет, вообще непонятно, откуда это несет. Вот такие вот дела. Ну, даже не знаю. Наверное, чтобы это было как-то более вообще. Раньше с Василием Валерьяновичем я все ездила документы оформлять. В общем, там и в банк, и в общем. Здесь, наверное, нужно, наверное, с Василием Валерьяновичем вместе съездить и в другом банке открыть уже счет, чтобы, знаете, чтобы уже было это как-то более понятно тем непонятливым, которые очень удивляются. Ох, это она! Блять, это она, блять, а мы там уже дохуиться, блять, вас хотели, блять, ограбить, наверное, суки, да? Неужели это она? Наверное, там вот
бабушка сумасшедшая разбушевалась, может быть, сумасшедшую бабушку, может быть, там ищут. Сутрица искали, короче, этих лежачих больных. Первый раз увидела, знаете, такая скорая помощь для лежачих больных, транспортируют в санаторий. Грабануть-то деньги, захуеться, правда? Заебаться. Ну, понятно, понятно. Так что вот, имейте в виду. Ну да, завидуют вам. Вам позавидуют на Колыме. Будете там на Колыме, вам там позавидуют. Да, блядь, позавидуют вам на Колыме. Да, позавидуют. Да. Татьяна Салмановна, чужого не надо, возьмет свое. Вот такие вот дела. Мой красавец. Васенька красавец, Васенька гуляет на балкончике. Вон там тоже с братиком. Смотри, твой братик там гуляет на территории. Он играет с ним тоже, с такой же братиком. У него краска немножко такая вот. Он там играет девушка с братиком своим. Обрати внимание. Прежде всего, Татьяна Салмановна собирается помочь себе стать процветающим. Процветающей, так что вот. А когда вы увидите, что я стала процветающей, можете как-то так издалека задать вопрос, как мне это удалось. Так что вот, что я могу вам сказать по поводу помочь вам. Сейчас буду кушать. Да, да уж, блядь, кто же знал, что это она, ёптываю. Смотрит там каждый день, ёптываю, и всё не узнают, блядь. А кто это? Заебаться, отобрать у вас там бабла, то вот это, на халяву, ёптываю. Просто там не узнаю, блядь.
Ну да. А если захотите подменить там мою фотографию, не та, которая, знаете, вот эта, зафотографированная. А, знаете, у меня есть немножко лет, я потом вам скажу. Так что вот, если захотите, короче, вот это заебать, подменить мою фотографию, так и знаете. И как Марач, я вас посадила. На Колыму, это точно. Если вы мою фотографию решите подменить, будете гнить на Колыме. И пойдете по статье, что у меня должен быть большой перевод. Вот за такое воровство. За такое воровство на такую сумму и пойдете. Так что вот, имейте это в виду.
где там эта штука была? Сейчас нужно негатив снять. Продуктов негатив снять. Так, это негатив. Снять негатив. Подписывала, что там это было такое, сейчас вам скажу. Знаете, что там было? Знаете, что под этим документом? Там вот эта вот штука, что по типу, знаете чего? По типу деньги, благотворительный фонд или что-то в этом роде. Короче, отдайте нам, мы бедные и несчастные, благотворительный фонд. Какие-то бумажки вот эти, по энергетике вот эти, вот сейчас отрезаю, и тогда, когда расписывалась на этих бумагах, смотрю, вот такая вот эта, вот знаете, вот эта вот колдует, отдайте нам, вот это вот, блядь, у меня зарплаты не было с журнала правоведения, а они такие, отдайте, работаю с утра до вечера, 5 лет. Вам такое даже не снилось. Я вам потом объясню, да. Может, говорят, днями и ночами, 5 лет работаю, днями и ночами. 30 лет работы вообще, 30 лет работы, а они такие, блядь, вот это вот благотворительный фонд, ёптовый какой-то, нахуй. Заебали 100 раз, там вас сейчас сдохнуть не встать. Они такие, отдайте чего-то. Я вам сказала, мне на еду надо, 1 000 000 рублей в месяц на еду. Я вам уже говорила об этом.
Я уже сказала, скажите спасибо вот этим соседям и ниже этажом, которые вот эту психушку тогда написали в середине июля по середину, середину августа 2019 года. Скворцова-Степанова была. Так что скажите им спасибо. Ни копейки недавно благотворительность, ни копейки. Скажите им спасибо. Так что вот, и тетке, которая, кидая паспорт, сказала мне, возьмите ваш грязный паспорт. Скажите ей большое спасибо. Так что вот. Я тебе уже сказала, не прыгай здесь. Вот вас сначала потравят таблетками 2 месяца, потом мы с вами поговорим, почему я такая говорю. Потравят, посидите в психушке 2 месяца, пусть вас потравят таблетками, потом мы с вами поговорим, какие вы будете. Короче, знаете, посидите 2 месяца там в психушке, на тех же условиях, пусть вам дадут те же таблетки, потом вы выпишетесь, мы с вами поговорим, и я вам дам деньги на благотворительность. Договорились? Договорились. Дозу, там спросите у этого Травкина, дозу таблеточек. Не надо.
может быть, не надо. В общем, короче, еще и то. Вася, а ты еще не съел? Ты еще не съел, туда прыгать не надо, и тебе очень хорошо. Тарелочку туда не надо. А ты еще тут не съел. Не надо здесь вот это вот пылить и шерстить. Я тебя очень прошу, не надо пылить и шерстить. Я тебя очень прошу, иди вот это вот. И руки мне нужны, чтобы чистые были. Я тебя очень прошу. Давай-ка, и шерстить на тарелку не надо. Я тебя очень прошу, не надо шерстить. Приготовила себе такой ужин, как в Париже. Сейчас буду кушать. В общем, это азербайджанский помидор, свежий огурец, картошка, куриное яйцо вареное. Сметанка, кстати, сегодняшняя сметанка, хлеб. Сейчас сделаю с этим, с такой этой имитацией черной икры, бутерброд. Буду кушать, свежая вода. Слушать Наталью Правдину.
его делам. Так, просто шикардос, просто шикардос. О, сейчас посмотрим, это, в общем, имитация. Имитация икры с чем-то тут, наверное, со сметаной, с чем-то она со сметаной. Ну, я и раньше покупала, знаете, когда по баджету. В общем, конечно, имитация черной икры, знаете, вот это вот, все-таки, знаете, вот это вот. Даже чисто вот это вот, о чем мне, в принципе, знаете, по баджету, имитация этой икры. В принципе, я сколько покупала, мне нравилось, в общем, как-то это. В общем, соль йодированная. Собственно говоря, мне особо и помогать-то некому. Ну, отблагодарить тех, кто помогал. Знаете, с ремонтом на железнодорожной 20. Вы поняли, да? Там, на Менделеевской, в моем эллинге. Это да. Это, конечно, это дело хорошее. Там, понимаете, может быть, кто помогал, я кого-то не знаю. Так что вот.
может кто-то обидеться. Вот мужчина, вы знаете, я вас так, правда, редко вспоминаю. Мужчина, вы мне это, так дешево пилили елку там, мужчина. В общем, елку, я даже его не видела. Но его знает Сударкин, наверное. Его знает, наверное, Павел Сударкин, этого мужчину. Отважные люди. Ну да, я ему позвонила, говорю, мужчина, так нужно срочно эту елку, может грохнуться, не сегодня, не завтра, на фазенду соседа, а там яхты строят, понимаете, там яхты строят и большой дом, грохнется на фазенду соседа, потом вообще, вы поняли, да? Я вам уже говорила, елка вообще такая до небес, короче, елка до небес. Кто такие елки строит вообще на участках-то между домами? Это специально, наверное, террористы посадили эту елку. Я не знаю, это террористы посадили эту елку, чтобы она упала туда, чтобы они с меня потом еще вот эту вот по типу эту елку с моего участка туда упала. Конечно, мне могло показаться, но у меня было такое чувство, не знаю, если, конечно, он или с добром, или не с добром, конечно, если вы это сделали помочь себе, и сделали это не с добром, то, конечно, к вам это не относится. Но если вот я однажды просто видела, там, знаете, такое вот это, я же не буду вам говорить, вот он такой мужчина. Хотя, с другой стороны, не буду я говорить, в общем, об этом, знаете, вот это, думать, что вот прям вот это вот прям не буду даже. Хотя хотелось бы, конечно. Хотелось бы, конечно. Знаете, вот кто вот, если мне вот нужна была помощь, кто вот кто-то такой вот это продал, чтобы помочь, знаете, вот это вот, помочь мне, вы поняли, да? Когда мне нужна была помощь. Вот от такого человека я помолюсь. Чтобы он вернул ему сторицы. То, что вот вы поняли, да? А если вы продали, чтобы... Короче, сами победить, понимаете, вот это вот. И наоборот, у меня отобрать. Так что, ну, увы и ах, вы, наверное, должны понимать. Просто если вы продали там что-то свое, вот это вот, чтобы у меня отобрать мою собственность и мое имущество, то я вас уверяю, вас просто там разденут до штанов, знаете, будете вообще голыми и босыми.
Васенька еще пошел. Я, конечно, имен называть не буду, но я чисто вот так видела. Что помощь вам, вы как же? Что помощь вам, чтобы вы были счастливыми и так далее, чтобы у вас, знаете, все нормально было, и там, знаете, бизнесом занимались. А чтобы здесь, короче, ходили, ну, не буду называть там имен и так далее, чтобы ходили пьяные, в общем, вы поняли, да? Это помощь вам. А вы не будете терпеть? Так потерпите сами, ёпта вы! Потерпите сами! Чего вы предлагаете-то хуйню какую-то? Потерпите сами! Я привыкла жить красиво, богато, в процветании. Ну, там 4 года в Америке жила, вообще ничего не убирала, не делала, книжку писала. Книжку писала, путешествовала, ну, там целыми днями книжку писала. Смотрела один, как читала книжки. Смотрела видео, диски слушала, так что вот. В органик шопе покупала лучшие продукты в органик шопе. Ездила на Хаммере, ездила в Мерседесе. Я была замужем за Перри Макс-Лунданский, жила на 56 Кенмур Роуд, Блумфилд, Коннектикут. Васенька. Я, знаете, как бы сказала, вот так метафорично, может быть, кому-то я бы, знаете, вот, и помогла бы. Вы знаете, вот это, Василий Валерьянович там это выяснит, ваши намерения, что вы обо мне думали, делали и так далее, ваши намерения он там выяснит. Если что, он вам поможет. Так что вот. И все. Мы сделаем проще. Я, знаете, жалко, мне всех жалко. Это как жалостливое. И помочь правда хочется. Я вам скажу, Василий Иванович, вот правда, вот хочется тем помочь. И вот деньги вы там выясните, вот, чего они вот в эту пятилеточку там, ну и вообще вот это вот, обо мне думали, желали, делали вот это вот, ну там взвесьте вот это все. Так что вот, ну там узнает, выяснит и сделает определенные выводы. Если это хорошие люди, они обо... хорошо ко мне относятся, относились, вы поняли, да? Ну или нейтрально, или хорошо, вы понимаете, да? Ну, в таком смысле. Я понятно сказала? Это лотерея такая. Правда, я такая, знаете, при деньгах мне хочется и помочь, и купить. Так что вот. И там еще что-то заплатить, оплатить. Поэтому вот у меня такие будут порывы. Я дам Василию Леонидовичу, а он там узнает. Так что вот, он узнает, по-честному узнает. И взвесит там. Если что, он вам отдаст. А если нет, то и у него останется. А и всем хорошо. Потому что характер у меня такой
с детства, я вообще такая вот, у меня столько лет, знаете, я, как у меня вот 48 лет будет в этом году. У меня характер такой, вот чем-то вижу, мне как-то жалко и правда, вот хочется помочь, и как-то вот это. Особенно, знаете, когда деньги есть, и, в общем, знаете, я такая, в общем, какой-то у меня такой характер, в общем, такой вот. Правда. Привыкла жить в таком положительном, и как, знаете, такой вот, правда, и вот как-то вот это. Ну, это я так образно. Давайте послушаем Наталью Правдину, пока я думаю. Знаете, я тогда, эфир был прямой, я тут задумывалась, думаю о своем. Кушаю, думаю, надо послушать Наталью Правдину. В 16 году. Фисука, сколько лет уже прошло? Смотрите, 16, 17, 18, 19, боже мой, уже пятилетка.
Это я о чем? Они нам хотят быть счастливыми. Хашеру я так и не увидела. Кто виновен, тем придется ответить. Понимаете, можно, конечно, знаете, ближе к реальной жизни, там еще что-то, но факт остается фактом. Вы же захотели, чтобы я вот это не увидела, не узнала, а вы подумали, годы пройдут, годы идут, я там забуду и так далее, вот это вот. Так что вот, я об этом уже говорила в моем лайф-журнале, а вы думали, что это кто? Это все я же, это мой лайф-журнал. 4000 видео, вот даже больше. Раньше там все писал, такая вот моего там лайф-журнала. В этом распечатка А4. Настенька, вы, наверное, захотели там сами, вот это, ну, вы же там все сами знаете, ничего, опять сначала, чтобы начинать вам этот весь рассказ. Так что вот. Просто это не к еде будет сказано, не к моему дню рождения, который приближается. Это называется очередь за хлебом. Вот так, с таким номером, очередь за хлебом. Так что вот, в прошлый раз, когда я пару дней назад, я была в магазине, передо мной восточный мужчина покупал что-то, и 6 буханок хлеба нарезанного. 6 буханок. Так что вот. А вы думали, что это кто? Это я догадываюсь. В смысле вот этой очереди. Не надо, Васенька, не надо ручку. Просто как бы... Я этого, как бы, ну, в общем, я как-то метафорично об этом догадываюсь. Так же, как я догадывалась о вашем эквиваленте счастья, который вы там не захотели, чтобы я увидела. Так что вот. Во-первых, я видела сегодня таракана, который пробежал на полу в магазине «Семишагов», когда я стояла в очереди. Имейте это в виду. Потом за мной стояли два мужчины высоких, молодых, 1,80 м с лишним, с какими-то баночками, то ли пива, то ли энергетика. Так что вот, мужчину с этим... За средний возраст небольшого роста не захотели пропустить, он там рвался без очереди. А они мне сказали, нет, мужчина, давайте. А я ему сказала в кнопочку позвоните. Вы смотрите, здесь написано, жмите, если не хотите стоять в очереди, жмите. Он нажал, и пришла еще одна женщина, кассирша, я же написала.
что вот. Консультировался тот мужчина в первом этом окошке по поводу этих документов, которые распечатал. Счет я открыла сегодня в рублях, в долларах, в евро. Васенька, Васенька, не надо это нажимать, иди сюда. Мой красавец. Консультировался, там был, наверное, на две головы выше него такой худой мужчина. Васенька, не надо это, я тебя очень прошу. Вы женщина. Женщина в другом окошке. Не окошки, а там такие столы, ну, номера написано. Ну там где там, первый, второй, третий, четвертый, там, ну, что-то около четвертого. И женщина там была. Молодая. Такая очень полная женщина. Молодая. То есть я потом, ну, там, к ним тоже там все это ходила, там распечатывала эти листы. А с моим паспортом он ходил куда-то, знаете, напротив, куда-то в кабинет. Потом они мне прислали смс. Мне прислали смс на мой телефон. И он подошел и сказал, скажите мне, пожалуйста, номер смс, который пришел на ваш телефон. Ну, я открыла и сказала. Даже вам могу озвучить, надо его написать. И там еще пришел онлайн-бэнкинг, до сих пор на моем телефоне. Так что вот, я вам озвучу это, просто покушать, это в режиме покушать. Просто, вы знаете, такой здесь вывод такой, там, напрашивается. То, что дало право вам думать, что можно каким-то образом, вы понимаете, начать какие-то вот эти вот манипуляции по поводу вот этого вот там что-то претендовать на то, что мое что-то отобрать, вы поняли, да? Если раскручивать вот это вот все, то из этого можно такой очень глобальный вывод сделать. Вы понимаете, да? Это даже не эта теорема, которую это доказал, как его там, забыла я, Перельман. Это покруче будет. Я просто сказала, что есть над чем поразмыслить, правда? Я ж выводов никаких не сделала.
хлеб очень тоже хороший. Смотрите, хлеб пшеничный. Пшеничный, честный состав, без ГМО, без там еще чего-то, просто шикардос. Помидоры тоже очень хорошие, ах, помидоры азербайджанские, ах, помидоры азербайджанские, сейчас это кофе, сейчас это кофе с тортом, ох, боже мой, кофе с тортом, бананы, в общем, как говорится, что тут, бананы 29.04, Вася говорит, что к двери. Ой, Васенька такой бананчики. А может быть, Вася банане ест? Бананчики. А яйца. Два яйца Васенька съел. Два яйца, ну такие небольшие, правда, яйца, они не очень большие. Ну, Васенька еще сметанки хочет. Хорошо, Васенька сейчас переварит у тебя эти два яйца. Вообще, Вася еще майонез кушает. Вася такой вообще этот мальчик прыгающий. Так что вот. В общем, сметанку чуть позже дам. Сметанку чуть позже. В общем, Васенька, ты еще это яйцо хочешь? Ну, три яйца это многовато будет. Наверное, три яйца многовато. Или дать тебе? Ну, чуть позже, Васенька. Вася, ты хочешь третье яйцо? Васенька, кто-то там воду ловит, наверное, в этих. Давай, Васенька, не будем эту воду ловить здесь. Давай не будем яйца. Или ты хочешь выловить это яйцо? Давай ты не будешь его вылавливать. Давай я его сама выловлю. Туда я положу это яйцо в холодильничек. Он просто шикардос. Васенька, и что? Что теперь? Это вода. Чуть позже. Еще у меня есть, знаете, там еще два видео. Одно трехчасовое, которое я засняла сегодня. Вот, и еще одно видео, которое я пошла. Думала, пойду. А, вот торт, еще торт я купила. Вот этот торт. Буду чуть позже пить кофе с этим тортом. Ну, лягу спать. Приму душ, лягу спать на моей эксклюзивной кровати. А так я вообще подумала, иду в магазинчик, я же написала, в общем, что я пойду в магазинчик. Ну. А потом я подумала, что, ну, смешаков. Думаю, уже как-то вечер, зайду, посмотрю. Если там мало народу в этом банке, то открою счет. Если там, конечно, большая очередь, потом уже время уже как бы, если большая очередь, то все равно не успеешь. Там очереди-то не было в этом, там вообще очереди не было. Я этот номерок взяла, там вообще, в принципе, там еще одна женщина, по-моему, была. Ну, там еще один человек. Вот. Ну, это в другом окошечке. Там народу вообще никого не было. Так что вот. Что вот документы, мои документы. Этот счет, который сегодня открыла. Он сам предложил. Я говорю, мне нужно счет в долларах, а он говорит, хотите и в рублях, и в евро, прямо в одном договоре. Я говорю, сколько это будет стоить? А он говорит, нисколько, бесплатно. Я говорю, ну давайте. А чего? По договору сразу три, там, думаю, в рублях, потом карточку в рублях. Ну, насчет евро, в общем, карточку в рублях, хочу рубли тратить. Я подумала, пригодится, тем более бесплатно, пригодится. Я говорю, давайте еще по одному этому договору. Thank you.
подумала, может быть, надо было с собой взять документ свидетельства о перемене имени с Александровой Татьяны Юрьевны, Татьяны Салмановны Махмуд-Сайфуддин. Мой документ. Ну, документ этот не пригодился, поскольку что, у меня новый паспорт уже, ну да. Я ему хотела сказать, будучи Александровой Татьяной Юрьевной, у меня в ВТБ были счета в банке, ну, был счет у меня в банке. А потом думаю, ну и что я буду это говорить? Потом надо будет объяснять, что я поменяла имя, отчество, фамилию. В общем, не стала как бы эту тему поднимать. Не услышала я, пропущенный вызов был, я не услышала. Сейчас я перезвоню. Сейчас я перезвоню. Не услышала? А вот здесь самое главное, так это эротически. О, в общем, как-то вот это вот. Как сказать-то? Как вам сказать-то? О, Василий, добрый вечер. Ну, что-то плохо слышно. Ой, да, я смотрю, я тоже вам звонила, а потом смотрю пропущенный вызов. Я тут еду готовила, кушаю, не слышала. Тихо, это было в ванной, на телефон. Потом подумала, надо зайти в банк ВТБ, открыть долларовый счет. Ну вот, зашла, смотрю, там народу мало. Вот. Ну и открыла, мужчина мне предложил, этот оператор, он говорит, хотите еще и в этих, в рублях, и в евро, и все бесплатно. Ну вот, я говорю, давайте по одному договору. Так что вот, ну там смс там присылала, там всякие какие-то коды, номера, потом, ну я ему спросила по поводу перевода, он сказал, что да, нужно получить, я говорю, есть лимит получения денег из Америки, ну это доллар США, он сказал, нет лимита, на какую сумму вы хотите получить, я не стала его, конечно, пугать, я единственное у него спросила, я говорю, лимит есть, он сказал, лимита нет, я говорю, ну великолепно, лимита нет, значит великолепно. Ну, как-то вот так. Но вы не представляете, какие проценты. Понимаете, он сказал, что если деньги, когда деньги приходят, если они должны пробежать 40 дней, если они не пробежали 40 дней, то они берут 10%, если я их снимаю. 10, я такого не слышала никогда. Понимаете, Балтийский банк, он 1%. Или 0,5, или 1%. И то это вообще такие проценты, это что там, а 10%. Вот. Но с другой стороны, если говорить, вы откроете карточку, вы сможете эти деньги перевести на карточку и снимать каждый день по 100 тысяч или 500 тысяч рублей.
И тогда это будет вам это без процентов. Ну, он говорит, ну ладно, поздновато, я, конечно, позвонила. Ага, ну ладно, спокойной ночи. Вазенька, ну не надо кусаться, я тебя очень прошу, не надо кусаться. Вася. Васенька любит кусать понча. Васенька, не надо кусать понча. Я немножко прикрываюсь этим понча. Вася любит, это понча нельзя кусать, Васенька, это шикарная понча. Вася, не надо кусать это понча. Вася эксклюзивный понч, эксклюзивный понч, это кусать нельзя. Нельзя его драть, это понча, вот другое. Другое там я тебе говорила, а то ты это издерешь эту штуку. Ну, Вася любит драть понча, понча. Вася. Ну, Вася любит драть пончи. Наши люди в булочную на такси не ездят. Вася, ну Вася, иди сюда, не надо драть это понче, это эксклюзивное понче. Васенька, ну не надо, это эксклюзив, не надо его драть. Вот Васенька не понимает, я говорю, понче можно драть то, только другое черное можно драть. Вася, не надо из него выдирать клоки, надо Васе снимать. Вот смотри, оно прилипает к языку, эти меха. Это искусственно, это по нанотехнологии, Вася. Это понч по нанотехнологии. Не надо его драть, это эксклюзив. Со скидкой я купила в этом ламоде. Вася, ну не надо драть понч. Вася думает, что это птица. Вася, это не птица, ее драть не надо. Ну, в общем, Вася любит драть пончи. Наши люди в булочную на такси не ездят. Давай сюда, я выдерну тебя, да. Тут это вот среди меха. Вот они написывали смс, сейчас вам покажу, написывали здесь смс, номера, всякие номера тут. Да, для подтверждения телефона сообщите сотруднику ВТБ код 0181. Ну, это побольше, конечно, поставить 0181, смотрите. Дальше они прислали мне смс-код ВТБ. А, это по-английски они мне написали. А, что получен? ВТБ-код получен, они мне прислали. Никому не говорите, чего там этот пароль. А, никому не говорите этот пароль. Пароль вот такой-то. Пароль они мне еще прислали для онлайн-банкинга. Пароль прислали для онлайн-бэнкинга. Предпоследние у меня проценты. Ее проценты. У меня такой пароль, как ее проценты, как ее мобиль. У меня почти такой пароль в этом, в ВТБ этом, короче, с этими, с процентами. Ее проценты. Почти как ее мобиль. Васенька, как ее мобиль. Логин, используйте номер вашей карты или логин
чего там? Чека. Какого чека? Чека. Так. Номер вашей карты или логин чек. Дальше идем смотрим. Мы с Васей отдыхаем. О, этот Васи. Вам нужно показать. Для этого нужно встать сюда или компьютер поставить, а хочется отдыхать. Если вот видите, вот только встала. В начале пятого, если не раньше, утра. В начале пятого, Васи. Мне уже пора уже спать. А еще хочется кофе, еще надо душ принять, а еще видео, еще эти видео загрузить. Место на флешках найти. Важно бабки нужно написать. Надо что-то конкретно написать, там же эти ответы были, что-то конкретное ему нужно написать.
Шикардозик был. Давай. Чтобы было шикардозик, сейчас я включу маленький свет. Это я для
вам покажу супербассейн. Этот супермальчик Васи. Так что вот. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин, это я. Чашечку, буду пить кофе. Thank you.
что вот, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддинья. Красотка, богиня, звезда, просто фея.
не ешь, давай-ка. Как я люблю кофе. Такое вечернее ночное чаепитие. 0:09, 18 июня 2020. В общем, торт, трюфельный пай с кофе, с бананом. Васенька, Васенька, давай-ка я вот так вот сделаю. Вася, ты ж торт не будешь. Торт не будешь. Это я разбавлю. Холодненькой водичкой. Давай-ка сюда бананчик. Или, может быть, Васенька бананчик будет есть. Давай я тебе дам кусочек бананчика. Вася, давай я тебе дам кусочек бананчика. Смотри, бананчик. Васенька, может быть, ты банан будешь есть? Смотри, сюда себе эту штуку надо будет сейчас вымыть. Горячий какой. Кофе горячий. Лежала и думала, что там кто-то какие-то евро такие раздает, бумажки. Так что это, наверное, Олечка добрая очень. Так вот спросите у Олечки, пусть она со своих денег вам раздаст евро. Это не Олечка там на кровати-то лежала? Вы спросите, пусть со своей зарплаты раздаст вам денег. Зарплата, наверное, да? Большая зарплата. Была, сколько там, 5 лет назад, да, Васенька? Даже не знаешь, понимаете, то ли делать пейзажи, то ли делать бэкграунд красивый, понимаете, что вот кушаю, кушаю, передо мной красота, понимаете, вот передо мной красота. А бэкграунд уже, смотрите, трубы. Ну, вот, сру трубы. Так что вот, или крупным планом себя показывать, или пейзажем, уже как-то в интерьерах. Давно бы уже оформила этот бэкграунд, если бы привезла мои вещи из моего Эллинга в Петергофе. Так что вот. А так вот, посуду уже в ванной, сколько мою, показываю.
говорить о деньгах. Сейчас надо писать письма. Ну что писать? Понимаете, там я тоже поняла из-за того, что написано. Там опять ждут, чтобы я перечислила деньги в Америку. За пересыл денег сюда. Сколько я не объясняла, там опять все одно и то же. Там, в принципе, процесс особо никуда не двинулся. Которых пока еще нет, пока еще не перечислены эти деньги. Я уже жду деньги, уже 3,5 года. От Berkshire Hathaway Foundation, от Варрена Баффета. Я просила... Когда мне Джордж Сорос написал «How I can help you», я ему написала, что вот так и так, что получила сертификат на грант, деньги не получила. Как бы хотелось бы мне эти деньги получить. И мне нужны деньги для того, чтобы эти деньги перечислить сюда. В общем, объясняю, понимаете, уже неоднократно. А мне они также много раз объясняют, что да, мы вам поможем. Но для этого вы должны нам сначала перечислить деньги, потом мы вам перечислим. То есть, в общем... Васенька. Я, конечно, написала этот номер моего долларового счета, но... Вы понимаете, да? Писать его, чтобы перечислить 10 миллионов долларов на этот счет. 40 дней, чтобы эти деньги лежали. Понимаете, не 30 дней, а 40. Вы понимаете, да? 40 дней. Это меня очень насторожило. А писать, знаете, как это в Балтийском банке? Там говорили вроде 1% и 30 дней. 40 такого даже как бы особо и нет. 40 дней. Вы поняли, да? Номер 4, 40 дней, а где вы там, понимаете, да, АО, а где вы там, мы вас потеряли. Как говорили мне в нотариальной конторе, мы вас искали, мы вас долго искали, очень долго искали. Так что вот, они, понимаете, потом вас могут долго очень искать. Так что вот, если ухо во струне держать, они потом могут сказать, что вы куда-то потерялись, там еще что-то, а на таможне, как это растаможит контейнер? Они сказали, что там простоит, такой-то простой будет, и все. Государству потом вещи. Вы поняли, да? Так что вот. Потому что такие деньги нужно снимать сразу. Или наличкой получать. А перечислять такие деньги, и чтобы 10% терять, это не комильфо. Это невыгодно. Просто когда он мне сказал 10%, я уже там пришла, смотрю, очереди нет, он говорит, счет будете открывать. Я узнала, сколько это будет стоить. Оказалось бесплатно, вы понимаете, да? Оказалось бесплатно, я подумала, ну, специально. Специально для Варрена Баффета. Я вообще говорила с этим мужчиной. Специально для Варрена Баффета. Если ему интересно, он может у этого мужчины спросить. Как я у него поинтересовалась, как выгоднее, по каким картам, проценты. Потом мне сказал, что можно открыть одну карту, потом другую. Вернее, по второй нужно, если я не трачу такие-то деньги, то это платная карта. А по первой карте можно снимать 100 тысяч рублей в месяц. Ну, где-то так. По другой 500 тысяч рублей в месяц. Тогда без процентов. Но это тоже невыгодно при таких больших деньгах. Когда государство всего гарантирует там несколько миллионов рублей.
Так что даже забудьте, что я в этот банк буду что-то там вот это вот писать. Это я так. Уже, поскольку я пришла, я думаю, нужно открыть, поговорить. Ну и вообще, вы понимаете, да, он меня так сфотографировал. Для того, чтобы доказать, что я это я, что я счет открыла. Подумаю, ну и что, думаю, ну открою ей счет. Может быть, у них выгодно будет какие-то карты там потом открыть, вы поняли, да? Ну там то, пластиковую карту сделать. Мало ли, а что счет? Может быть, а, нет, а что я открыла счет? Я собираюсь в каждый банк, я собираюсь эти деньги получить, и в каждый банк на... как бы в каждый банк положить ту сумму, которая гарантирует государство, что если что, оно вернет. Так что вот. Так что, все пусть будет. А так это так. Это пробный вариант. Пробный вариант. Так что не надо вот уши вот это вот. Как там это развешивать. Васенька, Вася, не надо это сопать. Потому что деньги нужно сразу снимать, а 10% терять это нет. Что вы? А? Так что вот. Ну потом я уже поняла, появились конкуренты, играющие с кошками, что это мы. Что это она, вот и я открыла. О, я такая эротическая. Я там вот счет открыла, блядь, ебать. Сейчас это бабла хуять получу под эти, знаете, вот эти вот чернявые там вот эти подъеду. Я бабла это сниму, короче, заебать. Я вот сразу поняла. Вот это хуять, ебать, короче, бандюги. Чего вы думали, я не смекнула, что ли, блядь, вот это вот? Ту оперу и балет. Вы поняли, блядь, Колыма будет вам за это. Я еще этот договор наискосок прочитала. Он мне дал вот это подпишите, короче, это фигня. Я говорю, типовой? Он говорит, да, типовой. Ну, я так посмотрела, в принципе, там. Ну, что, это же не какой-то там, это вот на открытие счета. Ну, я же полностью не читала, я обычно все прочитываю. Я так вот посмотрела, как бы наискосок, что там у них написано. Потому что если бы я ему сказала, что я там с чем-то не согласна, я не знаю, что бы мне на это сказала. Он бы мне, может, сказал, что, ну, если вы не согласны, то как бы, ну, в общем, как-то вот так, вы понимаете, да? Так что эту бумажку еще изучить надо. Васенька, не надо брызгаться, не надо брызгаться. Потому что банковские документы нужно читать внимательно, тем более, если какие-то деньги большие перечисляешь. А не так вот эти мелким шрифтами, в общем, как-то вот так. Так что я еще изучу этот материал. Ну, или там на сайте крупно, потому что мелковато, конечно. Ну, вчитываться. Что там это они хотят? А потом я уже говорю, по вот этой штуке я поняла. Там в интернете, там где-то сделала интернет, что-то 9... В сутки 9, короче, 9 рублей, сколько там, 9 рублей. И они сразу мне это все сняли, и, короче, за пару часов, а потом мне объяснили, что какие-то килобайты, это вообще не то. Короче, вот так вот, как-то на халяву все это сняли, потому что все нужно знать. Во всем нужно разбираться, тем более в деньгах, нужно быть подкованным. А не так вот это хлопать. Ну, мне надо было что? Чтобы он паспорт, Миша паспорт проверил, сходил там проверил. Может, с паспортом туда ходил. Он паспорт проверил на подлинность, понимаете? Там у меня паспорта, которые были до. Он проверил, что подлинный, что это мой. Это важный момент. Даже если они решат наличкой вести, для них это важный момент.
Поэтому я и открыла. Проверила, мой телефон проверила, сразу смс прислала. Так что вот. Татьяна Соломановна еще сценарист. Пишет сценарий для фильмов. Так что вот. Татьяна Соломановна там видела таким взором даже весь кабинет правительства. Кого там? Голикова? Я вроде там Голикова видела. Так что вот. Грефа еще, знаете, Грефа, Голикова, Иванова. Они так по правую руку от меня. Когда Татьяна Соломановна напрашивается к Грефу, чтобы он дал, посмотрел, дал согласие, короче, выдать Татьяне Соломановне, короче, 10 миллионов долларов. Так что вот. Так что вот, я их по правую руку увидела, понимаете, весь кабинет правительства. И что он так это рукой махнул, чтобы подписать документ. Ну да, это Татьяна Соломановна, у нее брейнсторм, она, знаете, вот это, программирует все сознание, чтобы Греф подписал и Сбербанк выдал 10 миллионов долларов наличкой. Я приеду на этом на бронированной машине и хочу получить. Так что вот, я еще имею его отчество, не совсем помню, я посмотрю в интернете. Ну да, я таким взором их видела, они так по правую руку, там вообще по правую руку так и были. Стой, по левую руку был там он, там кто-то это вверх, эти как там, а все, арабы особенно на праздниках вверх стреляют, чтобы эти не подходили. А вы что думаете? Это было целое шоу за большие деньги, это надо было шоу за большие деньги, развлечь богатых. А вы что думаете? Там, когда я уже стала писать, что я там этот фонд Сороса, Варрен Баффет и вообще Билл Гейтс, и ближайшие банки, они же сразу здесь ОМОНом оцепили в 5 рядов, СОБРом. Они этим СОБРом оцепили этот банк, это Татьяна Соломановна. Вы там не читали, не смотрели фильм «Бандитский Петербург», нет? Ну вот, это Даша Васильева, так что вот. Пишу я еще сценарий для фильмов, но одновременно, думаю, и денежки заодно, и сценарий напишу. За электричество заплачу 12 тысяч рублей, ну все вместе. Ну а чего? Ну СОБР, ну подтянули. Ну вот это, ну большие деньги, правильно? Хотели проверить. Они хотели проверить, что да, потом убедились, смотрят, ну да. Хотела Соломановна, потом там они проверили, что да, и правда. Потом думаю, да, вот надо выдать, а что не выдать? Ну да, достойно Нобелевской премии. 3 раза. Они посмотрели, засмотрели и сделали определенные выводы, что Татьяна Соломановна достойна Нобелевской премии 3 раза. А так они не смотрят все по интернету. А так они меня вот воочию так посмотрели, засмотрели, посмотрели. Сапоги разного цвета. Я себя брендирую. Понимаете, вот это хочу быть как вот это вот. Короче, понимаете, вот это вот. Хочу быть великой актрисой, это во-первых. Это певицей, вот, а еще я дизайнер, я, в общем, себя это рекламирую одежду prosperity.ru, а что теряться, сразу идешь и рекламируешь, брендирую себя в обуви разного цвета, я ходила в этих, разного цвета сапогах. Ну да, они нам засмотрели и сразу поняли, что я достойна Нобелевской премии 3 раза, так что вот, мне просто нужно, чтобы Греф дал добро выдать мои деньги, а я приеду, наличку получу и все, да. Я просто его чего, я подумала, он посмотрит и напишет туда Варрену Баффету, а Варрен Баффет ну, подтвердит, скажет, да, выделил сертификат, шлю деньги, Татьяне Соломановне. Он этим, это пока займется, сделает запрос, там ему подтвердят и все. Потому что Татьяна Соломановна собирается их тратить. Я собираюсь их тратить на мою счастливую жизнь. Проценты я вам уже сказала, 70%. Так что вот, у него есть пока время проверить, туда заслать письмо. Так что вот, все.
посмотрела, когда сказала, в банке пойду там счет открывать, я сразу посмотрела, что так вообще даже близко не подойдешь. Даже не выйдешь, вообще даже из квартиры не выйдешь. Так что вот, так заколоть, ты вообще даже не выйдешь. Так что вот, да вы говорите, Эрмитаж. Так что вот. А вы думаете, это кто? Ну, если на кого-то думали, там и спросите. Что они думают по этому поводу? Я не знаю, что они думают по этому поводу. Я вам еще раз объясняю. Она сказала, что она родилась сама. Если она сказала, что въедет туда, значит, она въедет. Это называется плыс проходить. И там это, а все, короче, отошли. Короче, все, короче, отошли. В общем, ну, я уже объясняла. Так что вот. Потом дело даже не в 10. Я там все говорю, 10. Я пожелала еще после курсов Нарбекова быть богаче, чем Билл Гейтс. 10 миллиардов, 100 миллиардов. 100 миллиардов? 100 его миллиардов. Ну, в общем, быть богаче, чем Билл Гейтс. Так что вот, это было уже давно. Так что пусть они готовятся. Наличку эту выдавать. Пусть они привыкают к мысли. Так что вот. Там, судя по вот этим 300 тысяч там сразу на этот счет, я вот такой публиковала, там сразу 300 тысяч поступило, правда? Чтобы все знали, чтобы все не баловали, что сюда. Они сначала туда поступили, потом обратно туда. Чтобы эти знали, чтобы те не баловались. Так что вот. 300. Да. Что там? 30. 300 миллионов. 300 миллионов. 300 миллионов долларов? Да. 300 миллионов. Это даже столько, сколько в этих вот так на бумажке нарисовано, в этих сундуках лежат. Это называется такио. Татьяна Салмановна сейчас собирается с этим цирком Шапито выступать. Такая пришла в банк, они потом вот это, и вообще, короче, в банке налички нету. А это что? Это было такио. Это был цирк Шапито. Я забыла, пока сидела, надо было не теряться, надо было впитать деньги этого банка. Я как-то немножко уже стерялась, там у меня было немножко времени, надо было впитать эти деньги еще, понимаете, вот это. Цирк Шапито. Ни больше, ни меньше. Васенька. Васенька такой красавец, на чем я остановилась? Так что пусть готовится. Я не стала этого мужчину пугать. Я подумала, если я ему скажу такую цифру, я хотела подумать, скажу ему миллион долларов. А потом думаю, он там со стула вообще упадет. Потом его откачивай. Потом он вот все скажет. В общем, в разных сапогах. В общем, как-то вот это думаю, ладно, не буду его заранее пугать. Ну, как бы, пусть он пока приготовится, как бы вот это засмотрит, посмотрит. И в том смысле, что как-то попривыкнет вот это вот. Когда уже будет ближе к делу, я тогда просто так уже так между делом выйду в булочную. Выйду за хлебом и сниму там со счета миллион долларов. Выйду за хлебом и скажу, слушайте, короче, выдайте мне наличкой миллион долларов. Ну да, я бы не стала пугать. А если бы я напугала вот этому 300, 300, вот этих 300, понимаете, я вообще даже не знаю, что с ним было. Васенька говорит, что они говорят, что... Васенька, на кого это они говорят, что дура? Васенька, это что такое? Я же им сказала положительными аффирмациями такое говорить. Васенька, это сценарий, 12 тысяч рублей за электричество. А потом, правда, если там перечислить, там Греф должен знать. В Сбербанке мне выдать эти деньги, и все. Он должен уже как бы там запрос сделать, что там нам должны подтвердить, что Татьяна Салмановна Нобелевский лауреат. Так что вот, и все, короче. И все, короче, деньги нужно будет. Наличкой.
по спецраспоряжению. Там самое главное, я думаю, в этом деле самое главное сделать непринужденное лицо. Я думаю, что самое главное самой не пугаться. А знаете, такой приз сказать, пожалуйста, выйдите с моего счета как минимум миллион долларов. И все, так смотришь на него, миллион долларов. А он говорит, пожалуйста, получите, пройдите в кассу. И все. И совершенно спокойно. Да. Но он мне сказал, что не смог выйти, сколько у них в кассе будет. Так что вот, для этого нужно заранее заказывать, они должны привезти. Они должны заранее привезти, он сказал, если большая сумма. Но я ему даже сумму никакую не написала, я как бы даже... Так что вот. В следующий раз пойду в банк, впитаю ауру этих денег, впитаю эти деньги в свою ауру, в такую фиолетовую, по Джону Кеха. Так что вот имейте в виду, они когда увидят, что я впитала по Джону Кеха весь этот банк, они мне сразу скажут, я вам скажу, можно получить 10 миллионов долларов? Они вообще будут рады, они будут бежать и будут говорить, боже мой, короче, прям выдаем прямо сейчас, только верните то, что вы впитали. Так оно, я уже придумала. Я приду, по Джону Кеха впитаю мою ауру, так что вот, они будут просто в шоке. На энергетическом уровне. А потом я говорю, можно? Потом приду, скажу, можно получить 10 миллионов долларов? А они сами будут бежать и говорить, они уже по спецзаказу, вас там ждут вообще эти деньги. Быстрее забирайте, короче. Только верните обратно. То, что вы впитали. И все. Ну да, это фокус, этот Кио. Этот Кио на гастроли. Этот, короче, как его, Копперфильд. Как Копперфильд, вы не видели этих фокусов, как Копперфильда? Он развязывается даже в воде. Ну, впитать все деньги Сбербанка. Короче, сначала впитать все эти деньги Сбербанка. Вот, а потом, короче, прийти с этим, сказать, что выдайте с моего счета 10 миллионов долларов. Даже 300. Скажу, выдайте 300. Вот они скажут, забирайте, мы уже везем, уже привезли. Я думаю, знаете, вот это вот столько, 300, ну это, наверное, целая инкассаторская машина, а может быть парочка, смотри, как ими купюрами, это всего парочка инкассаторских машин, короче, да, да, Васенька? Вася такой чистый мальчик, любит мыться, Васенька. Вася любит мыться. 0 часов 37 минут. Значит так, сейчас мне нужно освободить где-то место на флешку. Тайм-менеджмент. Так что вот, да, это я, знаете, надо еще, сейчас еще посмотреть на Наталью Пора, сейчас спать очень хочется. В 4 утра встала. Да уже смотри, сколько времени. Давно надо было лечь спать. Уже скоро подъем. У меня вообще по этому уже скоро подъем, а еще и не ложилась. А еще тайм-менеджмент нужно посмотреть. И как говорит Наталья Правдина, в свое время, когда она еще раскручивалась, она вообще по ночам книги писала, днем с читателями встречалась, с единомышленниками работала днем и ночью, чтобы стать такой знаменитой, популярной, путешествовать по миру, чтобы ей вот эти букеты цветов дарили и писали ей хорошие. Добрый вечер, дорогая Наталья. Прелестно выглядеть, я уже зачитывала. Так что вот, там совершенно шикарные у нее там эти комплименты. Всякие там вот эти вот. Огромное спасибо за душевную информацию. Ну вот, волшебная, светлая. Благодарим вас за знания.
этот Васе хвостик лижет. Хвости. Да, потому что в отличие от вас у меня все легальное. Так что вот, вы что видите, это моя собственность, моя мебель, обстановка, платья, брошки, понимаете? Котенка, которого я взяла, бездомного, вот там. Так что вот, пришла и спросила у охранника. Я говорю, вот хочу, здесь у много кошечек бегает, смотрю, вот эта беременна, та была беременна, хочу котеночка взять. Имейте в виду. Я эту историю уже вам рассказываю. Ходила неоднократно, и, в общем, второй раз, когда подошла, мужчина мне сказал, да, вот, пожалуйста, вот там вот, сейчас я вам покажу, можете взять. Так что вот я Васеньку взяла, да? Васенька, не надо кусаться, не надо кусаться. Вася хороший мальчик, он хороший. Вася не хочет говорить, что он, да, Вася у меня королевской породы, так что не надо, это вам вот так вот рассказываю по секрету. Это так вот, в общем, да, а так вообще нет. Так вообще история такая, у меня Васенька королевской породы, мальчик. Эти ему сколько, ну 15, сколько там ее уже, там, Васенька уже подорожала, он не продается. Эти усы, это шерсть по нанотехнологиям королевской породы, мальчик. Так что вот. Просто красавец, да, Васенька? Это я о чем? Мысль. Васенька, я мысль потеряла. Стала говорить про тебя. Васенька, где-то мысль у меня была. Мысль. Потеряла мысль, о чем я говорила. Решила сказать об этом, ведь мысль, знаете, вот это вот, как-то вот это, потом думаю, сейчас вот это вот скажу. Ну ладно, в общем, что? Ага, вспомнила. Ну как же, да. Я хотела вам сказать по поводу мебели, обстановки, предметов, все, что вы видите. Так что вот, это все мое. Вилки, ложки, я не знаю, там, продукты, вазы, цветы, лампы, картины, коллекционер еще. Арт-фотограф, арт-дизайнер, блогер, модельер, писатель, сценарист. Мое ноу-хау, крашу мокрым поливом, кирпичи, стены, картины. Так что вот, так что это я. Другое дело, что при таких деньгах я буду все это на новое менять. Я не знаю, есть некоторые вещи такие очень супер любимые у меня. Некоторые, знаете, вот это. А буфеты я могу новые, там уже буфетики уже новые присмотрела. Там и столы, и компьютеры, и, в общем, там, знаете, вот это, ну, что-то там, какие-то лампы, в общем, какие-то вот это, что-то там такое, вот это вот, стулья, вот эти стулья, как-то все-таки вот это вот там, это тумбасик там, в общем, что-то там такое вот. А в принципе я собираюсь это новое купить. Ну, вернее, такое тоже, вот это такое, все такое шикардозное, но поменять. И одежду, и, в общем, эту мебель. Так что тут платье. Я его покупала в интернет-магазине. Это платье стоило где-то 500 рублей. 500 рублей. Просто от Брэда Порте. Так что вот. 500 рублей. Российских. Просто от Брэда Порте. Брошка, брошь. Ну, рублей 500, 300, 500. Так что вот. Рублей. Ну, кроме, конечно, Васеньки. Васеньки, конечно, Васеньки, мои кошки, это да. Ну вот, в общем, как-то вот так. А так, конечно, и матрас, и кровать новую нужно. Вообще, конечно, все, короче, все новое нужно покупать. И так я уже, я быстренько бы посмотрела, там есть что прикупить. Только для этого деньги нужны, понимаете, бюджет нужен. Так что вот. А так люблю красивую вот эту обстановку, атмосферу. А так это из Америки. Я когда еще приехала в Америку в 2004 году, этот стол там у Перри Дански был в этой в столовой.
книжку написала «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Что? Ну, так говорю, эту квартиру я продаю, я собственник квартиры. Потом на Железнодорожный 20, литера А, Санкт-Петербург, поселок Белоостров. Левая сторона, подходите? С дверью цвета фуксистости. Летняя, у меня такая летняя. Там небольшой низ и весь верх, второй этаж. Так что вход с левой стороны. Потому что вторая часть, она зимняя, с печкой. Ну, по крайней мере, 2 года назад была. Ну, как и 30 лет назад. Эйвинг в Петергофе, Санкт-Петербург, Петродворец, Менделеевская, дом 1, литера М, корпус 2, Эйвинг 24. Что вот этот эйвинг я у Андрея Путниныша купила 5 марта 2017 года за мои наличные деньги. Продала мою квартиру на Волковском переулке, дом 4, квартира 10, парковка 9 за 15 миллионов рублей наличными деньгами. Так что вот, это я. А вы думаете, это кто? Это мой Life Journal. Вы кого-то другого здесь хотели увидеть? Так что вы там, в связи с тем, что я вам сказала, там это узнаете, вы же так знаете. Ну и вам покажется небо в алмазах, вы понимаете, да? Так что вот. Так они, пока они там будут дверь открывать, пока они будут возиться с заблокированной дверью, не надо такие бронированные двери там было ставить. Пока они возились с дверью, уже все, короче. Уже расчеты произведены, и мы уже оттуда вышли. Так что вот. Поэтому я вам говорю, не надо ставить вот эту вот дверь, отсекающую лифта. Так что вот. И лучше починить вот эту штуку, на которую пожарную я пожала, что там вот эта дырка в этой пожарной штуке. В пожарной трубе дырка. Так что вот. И наставлены такие железные двери и на втором этаже, и на четвертом, что если эту дверь заклинит при пожаре, то это все, это хорошо еще второй этаж и четвертый. Там можно, вы поняли, да? А если это 16-й, то все, короче. Не 16-й, они могут быть на крышу еще как-то. А этаж 13-й, считаете, что... А, нет, а знаете, они, наверное, полезут ниже этажом. Они, знаете, они, наверное, ниже этажом тогда полезут. Ну, это кто может? Потому что взрывная волна, она может перекосить, вы поняли, да? Такую дверь она может перекосить и заблокировать. Поэтому там ставят, или если ставят, то какую-то картонную, или что-то типа картонную, которую можно выбить ногой. Да. Там железные такие не ставят. Да вы спросите, они вам скажут. Потому что ту ногой выбил и все, а эту заклинит и хуяк, вы слушали маяк. Но судя по тому, как пожарники тушили 27-го эллинг Аркадия Шакура, им вообще наплевать, им вообще похуй. Я им говорю, там люди. А они говорят, ну мы сейчас потушим, а там посмотрим. Он вообще стоял на меня, ноль внимания. Такой 2 метра красавец. Они уже привыкли. Я видела, что ему, ну чё он там, вот это вот, ну и чё там, у него, наверное, так вот через каждый целый час там, ну и чё он будет там, вот это вот. Ну, или на зарплата, вот это, оклад, чё он будет вот это вот лезть на рожон-то. Там вот этот угарный газ, там вдохнёшь, и, короче, вот это вообще хуяк, вы слушали этот маяк. Вы не видели там вот такие вот клубы вот этого дыма, они не хотят туда вот это, пихаться, в эти клубы дыма. Себе здоровье вообще портить.
Вы не видели, там я снимала вот это, у меня же на видеокамеру заснято. Там такие вот это хуяк, вот эти клубы дыма. Я там уже провела небольшой такой эксперимент. Там вот этот хуяк, немножко вот этого дыма, и все, короче, кранты. А когда вот этот дым, там вообще не выжить. Я уже сделала вывод. Там уже все, я уже это сразу поняла. После вот этого хуяка вы слушали вот это, там открылось все, короче. Уже вот это, знаете, так, Ковалёва или Северная уже. Так что вот, какой вам там ряд? Будете заказывать за деньги или так? Повезем. Так что вот. Поэтому им вот эта дырка, что я написала, так они почитали мое письмо, посмеялись, они подумали, ну это надо, блядь, вот, это вообще объебаться. Вот это вот. Я так думаю, что они так посмеялись, вот это вот все там, вот это что там. Короче, там тараканы, там вот эта дырка, там же какой-то вот этот вот что там. Короче, грязь насыпана, и что-то там вот это, короче, это помойка. Думаю, это помойка, это не по их части, вот это. Они, наверное, так подумали, что вообще просто какой-то вот этот вот. Так что вот. Ну, надо было, ну а что там, эта штука осталась. А что, смотреть что ли на нее? В этой трубе, на эту штуку. Я подумала, что нужно лучше сообщить, чем не сообщать. А потом я уже говорила по страховому. Если что-то затопит, я с них ущерб и моральную компенсацию взыщу. Так что вот скажу, что я им писала, там и все, короче, они не открутятся по суду. А так они скажут там, короче, вон вот это вот. А так нет. Я вам скажу, писала, их халатность, короче, все пусть отвечают. И все. Ну а что нахуй вот эту мебель? У меня, знаете, этот мебель, у меня вообще, понимаете, вот это вот на этом, на цементе. Видите, у меня цементные полости какие, у меня мебеля и кровати вообще все вот это шикардозное. Так что вот, мне это надо, вот эта дырка в пожарном кране вот это вот. А еще говорят, не пишите. А потом скажут, а вы что, ушами-то, вы что, не посмотрели, что ли? Ушами-то вы что хлопали-то? Вы что, не посмотрели, вот они там делали? Вам что, было не посмотреть? Вы что, ушами прохлопали? Так сами виноваты. Так что вот. А потом скажут, ой, не надо там писать, там не надо писать. Конечно. Им, конечно, им выгоднее. Вот это вот. А я считаю, что о чем мне написать? Я им сообщила. А что не сообщить? Я им сообщила. И там и сям, а что думаю? А, кстати, вот сегодня шла. Сегодня шла по всему периметру, воняла этим помойкой. Помойкой пахло сегодня на улице. Представляете, жара, помойкой пахнет, просто охуеть. Надо будет написать в правительство Санкт-Петербурга по поводу вот этого жара 30 градусов, охуеть, помойкой пахнет вот это вот. Мировой коронавирус. Что вот? То же самое они бы сказали, а что вы там вот это, зачем вы вышли, зачем я вообще вышла? Если бы я вообще там подумала, ну что-то там в этом, вроде там чего-то мелькает, отражение в стекле, что вроде там чего-то немножко где-то горит, помойка или что, или скамейка. Я подумала, да, фигня какая-то, что я там пойду? Думаю, ну и что там я пойду-то? Что, мне больше всех надо, что ли, ёптво? А я вышла, посмотрела, смотрю, машина начала взрываться у Шакура. Я еще раз объясняю. А там у нас газовые котлы у всех. Если бы я так подумала, да нахуй вот это, что там, блядь, вот это, ну и что-то там такое мелькает, короче, спать пошла. И все, короче, ёптво. Этот бы дом, блядь, вот этот девятый, он бы вообще на воздух взлетел с этими газовыми котлами, ёптово. Лёг спать и все. А вы говорите, что вы пишете, блядь, вот это вот. Ну да, я посмотрела. Куда я сначала позвонила? В полицию я позвонила. В полицию, в пожарную. Они почти сразу приехали, ну не совсем. А так был котел у Шакуры газовый. По той бы стороне рвануло, и здесь у меня второй эллинг. Все.
все короче. Так что газ это очень опасное дело. Я вообще посмотрела, все спят, там вообще, то есть вообще все спят, там никого не было. А мужчина там был, который он сказал, что газ, потом я вот это, на охрану еще позвонила, он с охраны пришел. Потом я послала, говорю, что вы тут стоите, отключайте. Он потом пошел, отключил, он сказал, что отключил он газ. Куда сходил, отключил он газ. Так что вот она бдительность. И здесь тоже эта дырка, по той же самой системе. Смотрю, дырку оставили, думаю, надо написать. А что вы пишете? А вот, да, дырка. А если бы они уже воду дали? Да, Васенька? Это закалка. Это закалка советских времен. Эти, знаете, вот это пионеры, как там, комсомол, пионеры. Воспитывали нас, знаете, вот эта школа советская. Как-то вот эти советские фильмы, в общем, что-то какое-то, знаете, какое-то вот так. Вот это такое советская закалка. Правда, советская закалка. Ну а потом все-таки, знаете, там у них этот котик. Котик это жених моей кошки Матильдочки, Ричи. Я, кстати, просила, он мне сказал, что как-то не особо. Потом он сказал, что Ричи у него потерялся. Я просила у него Ричи тоже отдать, кота Ричи. Ну, его кот Фросси, вот этот кота Фросси. Ну, он сказал, Матильдочку берите, а Фросси как-то вот это. Неизвестно, там где котик был, знаете, из-за одного кота, да? Да, Васенька? Этот жених этой Матильдочки. Ну и вообще, это первая реакция, понимаете? А, если бы этот парень не бежал. Если бы этот парень не бежал, тогда бы я, конечно, звонила сразу в пожарную, а так я в милицию. Я сразу поняла, что он что-то кинул, потому что он бежал. Там горело, и он бежал. А я там никогда такого не видела. Так что вот. Ну, Васенька такой медитации, красавец. Ну, Вася хороший мальчик. Ну, Васенька. Васенька такой обезьяша, такая обезьяша у меня Васенька, такой в медитации, Вася уже спать хочет, нам уже спать пора, я вообще жду, уже час ночи, в общем, знаете, вот это вчера, у меня такой режим тут несколько дней был, знаете, уже все там, 10 часов отбой, все, посопил Орен, здесь уже 10 часов отбой, уже смотрите, час ночи, а мне еще эти видео загрузить, а вот это опять до утра, а так 10 часов отбой, в 4 в подъем, в 5. А так вот это вот еще вот это. Вы поняли, да? Еще у меня 3 видео на загрузке, которые я сняла сегодня, еще вчера. 9 часов видео на загрузке. Еще Наталью Правдину нужно посмотреть. В общем, работаю, понимаете, вот это. А как начинаю отдыхать, там чувствую, что, понимаете, вот это они начинают вот это. А еще Варну Бафту нужно написать.
то для этого нужно очень изучить, что там это вот между. Поэтому я же мама опубликовала, он так это мельком прочитала. Чего нужно это написать? Ну а что? Я так поняла, что они ждут от меня перевода, чтобы перечислить мне деньги. И что им я опять буду писать? Буду сейчас опять письма писать кому-то, чтобы они выяснили по поводу того, Уоррен Баффет настоящий или нет. Буду искать того, кто заплатит эти деньги, чтобы Уоррен Баффет перечислил деньги мне. А что мне делать-то? У меня другого выхода нет. Да, Васенька? Ну, этот Вася хороший мальчик. А это они от меня уже слышали. Они от меня уже это слышат 3 года. Но теперь я ищу того, кто там выяснит, действительно ли это Уоррен Баффет. Вот, и что там ему подтвердят, чтобы, в общем, еще эти деньги, чтобы туда это перечислить, чтобы они мне, чтобы он мне перечислил эти деньги. Как-то вот так вот. Да, Васенька? Так что жду мой грант, 10 миллионов долларов наличными деньгами, 70% буду тратить на мою счастливую жизнь. Вася. Вася, ну что, они говорят, что мы хорошие, а помогать никто не хочет нам. Помоги себе сам, да, Вася? Вася хочет омары, в общем, эти омары, креветки, лобстеры, в общем, вот эти, тирамису, яйца куриные. Вася. Будем искать Васиных поклонников. Будем Васе пиарить, будем делать этих поклонников, Васиных поклонников. Так что вот. Вася любит черную, красную икру, лобстеры, омары. Так что вот. Потому что котик королевской породы. Эксклюзивный. Смотрите, какой красавец. Так что вот. Ой, надо было еще паспорт, быстренько показать паспорт. Ух, паспорт, надо было паспорт, конечно. Ох, куда-то я здесь. Ох, по-моему, я на этом видео не показала. Это мое свидетельство о перемене имени. Свидетельство мое о перемене имени. Здесь о рождении. Мои документы.